Всем здравствуйте! Сегодня я читаю 10-й вариант изложения для подготовки к ОГЭ. Сегодня будет текст Кольцовой современного психолога. Он также про общение. Общительность не просто положительная черта характера. Это жизненно необходимое качество. Общение – это окно, распахнутое в мир. Контактируя с другими людьми, человек познает окружающую действительность. Общение – это единственный способ проверить, каков ты сам, научиться управлять своим поведением. Культура общения – часть духовной культуры человека. Она включает в себя умение устанавливать и поддерживать контакты, выбирать соответствующие ситуации, методы воздействия на собеседника, правильно реагировать на его слова и действия. Каждый человек – это огромный, сложный, неповторимый мир. Войти в этот мир интересно и радостно. Но именно войти, а не вломиться. Грубое и неумелое вторжение всегда наказуемо. Невидимые двери захлопнутся, а может быть и больно ударят. Молодым людям и даже людям вполне зрелого возраста еще не поздно воспитывать в себе способность к общению на разных уровнях. Но важен не просто широкий круг общения, важна его насыщенность. Ведь можно встречаться со многими людьми, проводить с ними много времени и все же испытывать дефицит общения. Вот такой сегодня текст. Если вам интересны мои видео, если вы хотите какие-то новые видео на тему подготовки к экзамену, не только к 9 классу, но и к 11 классу, пишите в комментариях, пишите мне в личные сообщения ВКонтакте, в Инстаграме. Я очень жду обратную связь. Сама я в 2007 году сдала ЕГЭ по русскому языку на 98 баллов, и поэтому я считаю, что мне есть чем с вами поделиться своим опытом и своими знаниями. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем хорошего дня!